Владимир Середа 2 года назад переехал в Самару и с тех пор никак не мог найти себе работу. Основной причиной отказа был возраст. Хотя Владимир помехой свои года не считает. Напротив, у него есть опыт, о котором молодые могут только мечтать. Ну, я уже тогда решил как-то там, где всех берут, ну, хотя бы какое-то участие, не сидеть дома, а все-таки трудиться. Для таких, как Владимир, и была организована ярмарка. Все желающие смогли получить консультации специалистов Центра занятости, ознакомиться с перечнем учебных курсов, которые помогут освоить новые навыки и подобрать подходящую вакансию. Благо, вариантов немало. Вакансии сегодня самые разнообразные. Это менеджеры, это бухгалтеры, это уборщики помещений, стропольщики, это вакансии медицинских учреждений, это сторожи. То есть самые разнообразные охваты вакансий. Работа в Самаре есть. На ярмарке 17 городских предприятий предлагали сотни вакансий. Я постоянно участвую в ярмарках вакансий, потому что это возможность говорить непосредственно с большим количеством людей. Потому что это расположено в центре города. Люди могут, когда ехать со 116-го, также могут с мехзавода. То есть это очень неудобно. В этот день работу нашли около 200 человек, в том числе и Владимир Середа, который теперь будет облагораживать территорию одной из больниц. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.